такая вот красота у нас видна в окошко. Какое-то дерево с фруктами непонятными. Не понимаю, что это. Это вот помостик, про который я вчера говорила. Так люблю на него смотреть. И как ходят люди, о чем говорят, что несут. Здесь, кстати, часто можно найти вид форелла. Вчера кто-то гулял. Кстати, было тихо. По крайней мере, я ничего там не слышала. Детские трусы. Там вот с этого балкона, не знаю, может, уже какие-то другие люди живут. Оттуда упала женская парео на днях. Капулька. Вот такая погода шикарная. Не хочется уезжать, конечно, из этого рая. Я уже в купальнике. Жду, пока супруг соберется, и пойдем мы на завтрак. Движение уже активное, как вы видите. Все идут, видимо, купаться на море или же с завтрака. Завтрак проходит вон там вот. Так что жизнь кипит. Там морюшка. Кстати, вот с этого мостика мы еще сделали очень классные фотки. Ой! Тут у нас просто беспорядок. Куча лекарств, потому что вот мы болели. И ужасное количество какое-то собралось. Лаки вчера показывала. Здесь они стоят. И пилочку еще взяла такую. Так что вот наш небольшой беспорядок. Тут вот моя косметика стоит. Такие две я уже задарила. Косметичка моя. Кстати, паста вот это Марвис. Здесь очень дешевая получается. Сколько она стоит? 140 теле. Это в районе, по-моему, 100 рублей, если я не ошибаюсь. Это прям очень дешево за 85 мл. Очень люблю именно жасминовую. Мой любимый наборчик. Travel формату. Кстати, вот эти флакончики тоже из него. Очень удобно брать с собой, чтобы не тащить огромное какое-то количество кремушек. Крем для глаз. И ластерин мы вчера взяли, чтобы полоскать горло им. Вот так вот. Это косметика уже местная. Кисточка, кстати, моя от Шарлотты. Смотрите, что с ней происходит. Она начала линять. Походу, это у всех их кистей. Такая вот фигня. Сейчас я покажу, какую взяла взамен кисточку. Вот такую вот. Я уже ее вскрыла, попробовала. Вроде прикольно. Если на вот Макс ставить, она будет низенькая такая. Ее удобно будет наносить. Как это говорится, тональный крем. Удобно наносить тональный крем. Вот такой вот номер. Кстати, дают здесь такие вот вафельные халатики, очень приятные к телу. И погода, природа, шикардосики. Кстати, это о том, вот, что мы заболели, такое количество лекарств у нас собралось. Это я с собой привозила. Биотин, омега, фолиевая кислота. А это все было куплено тут. Мало, конечно, приятного. А вот это очень классный крем после загара, кстати, имейте в виду. Крем-масло такое. Очень приятная.
мы решили сходить тут в Starbucks. Территория есть, не помню, говорила или нет. Вот, решили прогуляться. А тут, вот прям под лесенкой, находится бейкери. Пекарня. Погода сегодня шикарная. Территория очень, конечно, классная тут. Это оказалась очередь в Starbucks. Кошка. Короче, не дождались у Starbucks. Очень большая очередь. Идем в бейкери. Заказали такие блинчики. Капучино. Такой любви к картошке. Была живая музыка, но я все проспала. Хочу показать вам, в каких количествах тут клубника. Очень вкусный арбузик. Рыбка всевозможная. И вот тут вот жарят, не знаю, что, если честно, но выглядит интересно. И очень жарко. Так, а мы пойдем за клубничкой сейчас. И за арбузиком. Вот мы тут еще ни разу не сидели. Такая классная лаунж-зона. И бар. Такой очень стильненький, симпатичненький. Очень много места тут. Thank you.